сложная, можно сказать, была игра. Где-то первый тайм, я считаю, была равная игра. Достаточно было предпосылок для хороших атак у нас, но где-то не хватало, может, в конце точности. Второй тайм, ну, я считаю, может быть, где-то немножко концентрацию-то потеряли, этот настрой, который бы дал бы нам возможность забить еще один гол и где-то, возможно, заработать сегодня совершенно другой результат. Не то, что мы вышли там спустя рукава, но вот есть такая, не знаю почему, тенденция. Второй тайм мы как-то начинаем раскачиваться долго. А против такой команды нужно выходить сразу же с первых секунд, как бы показывать свои лучшие стороны. Ну, вот где-то во втором тайме, может быть, мы немножко отдали инициативу, что не должны были делать. Вот, то есть, если бы играли как в первом тайме, я думаю, результат был бы сегодня другой. Это я считаю, скорее всего, наверное, мы немножко хуже сыграли, чем в первом тайме. Не скажу, что там Брест что-то нам показал такое, от чего мы там, не знаю, какие-то комбинации. Довольно-таки была простая у них игра. Поэтому нам нужно было не подстраиваться под них, а показывать свой футбол.